Вчера несколько домов в микрорайоне Садовый практически на целый день остались без воды. Вода пропала утром 23 апреля. Жильцам не сразу сообщили, что произошла авария. Вообще ничего не объяснили. Аварийной ситуации, все, водоканалы работают. Управляющая компания вообще молчит. Узнали через сайт Садовой, что нет воды целый день. Все обещали через час, каждый час вот так звонили люди и говорили, что через час 6-7 будет. Пришлось прийти уже. Готовить нет, будем голодать сегодняшний день. Ну, как-то руки мыть же надо, и дети маленькие тем более. Около 19 часов к домам подвезли техническую воду в цистернах. За питьевой люди шли в магазин или к колонке. Первый раз было такое. Вон, идем в соседний поселок за водой. Колонка. Я зачем из этого бака, зачем я буду пить? Там, когда колонка там. С колонки течет вода, она же питьевая же. Люди из поселка пьют же там. Сотрудники водоканала работали около дома номер 18/1 по улице Дементьева весь день. Нам они объяснили причину аварии подвижкой грунта. Вон стоит кусок, вот он лопнул. А что чего? Вам, как объяснить? Вроде не морозы, вроде бы никаких Виталий, ситуаций. Виталий, не даем, можете отнести. Да. Грунт играет, земля играет. Да, и там все будет у вас видно. Движение грунта? Много факторов бывает о повреждении водопровода. Прорыв водопроводной трубы диаметром 300. Все. Технически я вам объяснить не буду, вы не поймете. Вы меня отвлекаете сейчас. Люди воду ждут, вы меня отвлекаете. Отвлекаете своими глупыми вопросами. К 21:00 вода вернулась в квартиры. Правда, в этот вечер не помыть посуду, ни тем более приготовить ужин вряд ли у кого-то получилось.